Эксцентриссимо. В мире богатых актеров новый босс. Кошелек звезды трансформеров Марка Уолберга теперь самый пухлый в Голливуде. Еще год назад у актера было лишь 10-е место в списке Forbes, но успехи в сражениях с десептиконами не могли пройти мимо и не принести Уолбергу славу и деньги. В 46 лет он дождался своего звездного часа и доходов в 68 миллионов долларов в год. При этом съемки для актера почти что подработка. На пропитание он себе зарабатывает и без этого неплохо. Подкармливая других. У него есть сеть ресторанов быстрого питания, компания по производству спортивного напитка и бренд пищевых добавок. А еще какие-то фирмы, связанные с недвижимостью и производством одежды. Так что мы могли бы никогда и не увидеть Уолберга на экране. Но он умеет успевать все. Секрет в том, чтобы завести будильник на 4 утра и встать в это время. И тогда поставщиков успеешь проверить, супергероем побыть на съемочной площадке. Благо, гримеры с легкостью справятся со всеми следами недосыпа. Кстати, в нефтяном бизнесе Марк Уолберг мог бы быть тоже вполне успешным и стал бы кем-нибудь вроде Игоря Сечина. Он уже научился работать на буровой, пока готовился к съемкам в фильме о катастрофе на нефтедобывающей вышке. Хотя никто из наших олигархов не спасал мир, хотя бы в кино. И кто знает, не завидуют ли они Марку, первому богачу Голливуда, зарабатывая гораздо больше него. Эксцентриссимо.